Здравствуйте, господа сотрудники, модераторы ресурса Авито. Обращаюсь к вам с вопросом или с проблемой. На протяжении последних дней у меня сложилась такая парадоксальная ситуация. Мои объявления блокируются. Сначала требовали подтверждения, что звонок мой не является спам. Я его подтвердил. Потом подтвердил свои документы, права предоставил. Хорошо. С помощью вашей мое одно объявление было опубликовано. Но тут же автоматически, или как так получилось, я не знаю, другие объявления были сняты по причине, мол, я продаю оружие. Я предоставил документы, сертификаты о том, что ножи МБШ не являются оружием. Но проблема так и не устранена. Дозвониться по телефонной связи до сотрудников Авито я не могу. Постоянно линия занята. Несколько раз обращался через поддержку Авито. Мне обещали помочь разобраться в моем вопросе. Обещали прислать ответ на электронную почту. Так ни решения вопроса я и не дождался. До сих пор висит объявление. Информация о том, что если я буду опубликовывать похожие объявления, они будут автоматически блокироваться. Убедительная просьба. Разберитесь с моим вопросом. Я сейчас готовлю обширный ролик по работе, организации работы на Авито. И буду добиваться справедливости. Выставлю всю информацию на YouTube. Может быть, так до вас дойдет, и вы поможете выйти из тупиковой ситуации. Заранее благодарен вам. Надеюсь, что мой вопрос будет решен. Спасибо.